стоит вам ее читать или нет. Короче, так у вас получится прокачиваться еще сильнее и находить друзей, если вы будете задвигать свою тему. Вы ходите везде, вас люди видят в одежде, в которой вы носите, и все типа ждут от кого-то в школе, в классе, что кто-то придет, и в этот раз придет со своей темкой, будет задвигать свою темку, понимаете? Этот кто-то будет задвигать темку. Типа он будет в своей одежде говорить всем, крутая типа одежда, слушайте вот это вот, попробуйте, попробуйте. Мой совет вам, задвигайте людям музыку свою, свое мировоззрение и прокачивайте себя нафиг, чтобы все понимали, что у вас своя туса, которая просто вот там. И пускай все эти люди тянутся именно к вам, потому что я хочу, чтобы вы чувствовали себя абсолютно комфортно. Потому что вы не в чьей-то тусе, вы не находитесь на разных волнах, в разных сознаниях, не знаю. Задвигайте свою темку, потому что это поможет окружающим понять, что раз у вас все получилось, а у вас будет все получаться, то все захотят общаться с вами. Я считаю так. Вот. Еще тут написаны какие-то вещи. Просто вчера меня накрыло, я готовился к трансляции, не знал, что как. А сейчас я просто не знаю, что и сказать, потому что я очень скучал. Я просто знаю наперед. Ну, правда. Я просто, знаете, думаю, что мы все дети, и я просто, мне все понятно, как вы, знаете, сидите, видите меня через монитор, и почему я стараюсь чаще писать людям просто в личные сообщения или куда-то, снимать видео со смыслом, который нужно понимать. Почему я все это делаю? Почему я снимаю эти видео? Почему я пишу иногда в личные сообщения людям? Потому что я знаю, что эта переписка с этим человеком, она настолько важна для этого человека. Не хочу ничего сказать, но не люблю так говорить. Вообще не нужно употреблять слово фанаты. Фанаты пишут только уже давно это, уже давно пошло. У меня никогда не называл вас своими фанатами, потому что я ненавижу слово фанаты. Вы не фанаты. Вы не фанаты, вы моя семья. И фанаты — это то, как пишут про вас журналисты во всяких СМИ, статьях. Мне не нравится это, потому что мы с вами не фанаты. Мы с вами семья, которая живет на одной волне. Одна большая своя волна, туса, понимаете, о чем я говорю? И эта туса, она... Нас все знают, чуваки. Просто. Эта туса, она очень мощная. И мы должны заступаться друг за друга, потому что эта переписка, в которую я вступаю с человеком, он же потом будет, ну, общаться с кем-то, типа, смотри, что он мне написал, типа, смотри, типа, это же он, что-то такое. И я знаю все эти темки. Я знаю, что вы чувствуете, когда я кому-то ставлю лайк или когда я переписываюсь вот с вами в комментариях в одной строчке. Я знаю все это. Я знаю, как те люди, которые присылали мне письма, ждут от меня ответа, и многие сделали выводы, что вот раз он не ответил, то все. Я не хочу больше. Он обманывает всех. Я просто знаю ваши мысли. И это супер, супер странно. Потому что я не хочу, чтобы вы так думали. То, что это не так. Потому что я знаю все, о чем вы думаете. И я все понимаю. Потому что вы такие же дети, как и я. Понимаете? Просто эта переписка в будущем очень важна, мне кажется. Я не всегда смогу выдерживать такой напор один. И мне нужна ваша поддержка, поэтому я хочу, чтобы вы двигали вместе со мной темку правильного вообще.
восприятие жизни, правильной музыки, темку просто. Короче, все делается во имя реально, а не просто ради успеха или чего-то еще. Поверьте мне, я бы уже давно занимался другими вещами в своей жизни. Но я продолжаю делать то, с чего я начал. И я буду это делать, потому что это несет в себе супер добрую волну, которая поможет очень многим. И это то, что я хотел вам сегодня рассказать в своей трансляции. Вот так. Мои виртуальные люди, которые 2 часа смотрят на меня. Нужно включить какой-нибудь трек напоследок и разыграть кепку. Titty, vanilla soft serve. He's on fire, watch it blaze and burn. She's really hot, she's sizzling. Reached her boiling point and now her pussy's giving in. Winter titties, vanilla soft serve. He's on fire, watch it blaze and burn. She's really hot, she's sizzling. Reached her boiling point and now her pussy's giving in. Her pussy's giving in. Эту кепку я не одевал ни разу, но мне все же уж ношенные вещи подарить. Эта кепка будет символом этой трансляции. Она красная, классная, сфоткайте меня. Йоу. Сфоткали. И эту кепку я хочу отдать человеку, даже не знаю, хочу отдать эту кепку всем. Хочу 1000 таких кепок. И я не знаю, что мне делать в этой ситуации, потому что я не люблю выбирать кого-то из вас конкретно, потому что это бред. Я не хочу, чтобы кто-то обижался, потому что я хочу, чтобы вы понимали, что я точно так же, как и этому человеку, дарю кепку и вкладываю все свои эмоции, все ощущения, так и я отношусь к вам. Потому что мы все вместе. Итак. Я думаю, что вам стоит... Я не знаю, что придумать. Давайте так. Эту кепку получит человек. Который станцует стриптиз. Нет, эту кепку получит человек, который...